Здравствуйте, в эфире Калина Красная, программа покаяний, милосердий и состраданий. Мы приветствуем наших постоянных радиослушателей и тех, кто с нами впервые. В нашей программе ваши судьбы, письма и песни, спетые сердцем. Каждый из нас может оказаться где угодно завтра. И не приведи, Господи, оказаться в тюрьме или столкнуться с какими-нибудь проблемами. Вот для этого мы создали конкурс «Калина Красная», для того, чтобы каждый заблудившийся, оступившийся человек мог поднять свою голову. Ветер последние листья все унесет, станет на сердце опять холодней, а запоздалая осень в небе найдет вдаль улетающий клин журавли. Речка от стужи укрылась кромкою льда, станут короче прощальные дни. В сердце зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни, в целом мире одни. Калина красная морозом призрела, к земле склонилась радостная.